Только зашел, а уже тошнит от стрима, блин. Как плохо Apple Sweet. Да там иди проветрись. Да, ребят, всем привет. Майкл Майерс, а там же этот, были какие-то слухи, то, что NetherRealm Studios хотят добавить вот этого персонажа Mortal Kombat X. Привет, Ширнам, всем привет. Как у вас дела, ребят? Как настроение? Блин, сегодня я немного поздно проснулся, потому что, получается, 2 дня назад вообще не спал. Но вот уже в более бодром настроении, хорошем настроении, бодром духе. Давай, Виталий, да, спасибо. Джонни, давай, хищник, вариация воин. Я не умею за воина, но, Егор, я тебя окей, понял. Первым делом будем играть за хищника. То есть, смотрите, сегодня у нас будет такая ротация 3 персонажей. Хищник, Leatherface и этот, Джейсон. Ну да, главное это, когда работа идет продуктивно, ты вот ощущаешь себя совершенно другим человеком, очень счастливым. Когда у тебя что-то получается, а не сидишь без дела, смотришь сериал. Так, окей, let's go. Хишкутен или охотник? Так, постойте, попросили воина, но я не могу, давайте начнем с Хишкутена. Камера норм стала? Потом слэшер. Ну ладно, я услышал Маркуса, потом слэшер. Я запишу даже куда-то. Играть за 3 персонажей, чем за одного, конечно, намного сложнее. Но, ребят, я все постараюсь показать высший пилотаж. Так, попросили слэшера, ладно. Потом у нас будет Джейсон слэшер. Напиши. Да, блин, я, короче, посмотрел. Помните, вчера меня... В первом этапе обыграл какой-то парень на Лю Кэнге. Блин, я его не добил. Я вел 2-0 и потом все просрал. Так вот, оказывается, он дошел до 1-4. О, мэн. Ладно, пофиг. Давайте этот. Не буду я терять времени. Сразу найдем другого оппонента. На турнирах разрешено играть за Кибер Саб-Зиро, да, конечно. Кто такой? Констанс Энн Харрис. Я не знаю. Тот хер, который меня обыграл, он дошел до 1-4, то есть обыграл еще 3-4. Но я думаю, я бы тоже дошел. И вот этому парню, который выиграл уже ESL, тоже бы проиграл. Вот видите, были огромные шансы, но, к сожалению, не хватило опыта. Так, окей. Давайте. Хищник Хишкуте, поехали. Майкла Майерса в Dead by Daylight добавили, а я никогда не играл, ребят. Ну да, интересно было посмотреть, как вообще играет тот парень, который занял первое место. Так, постойте, это у меня Хишкутен. Пожалуйста, телепорт. Нет. Так, я, кстати, не заметил, какая стата у этого парня, но я думаю, где-то 200 на 300, что-то типа такого. Ух ты. Бум. Блин, зачем так вставать? Как я вообще на это попался, как моя NGP-шка не сработала. А, нету метра. Зачем так рисковать? А, я мог его добить. Ладно. Кстати, надо еще заезжать с помощью фаталити, ладно.
Я немножко вспомню. А, Флет третье место взял. А, это неплохо. Ребят, после сегодняшнего стрима я беру перерыв на 4 дня, поэтому 3 ноября я играть не смогу. Может, тебе за хищника играть? Ну, пока у меня нет такого желания. Сегодня вот чисто для стрима взял. Умею я немножко за эту, за 3 вариацию и за вот первую, как раз до стрима немножко подготовился. Блин, офигенная музыка в Need for Speed 5 Porsche Unleashed. На выпаде Ягатана армор есть, да, если его усилить. А что, вышел, да, этот фильм Доктор Стрэндж? Когда в следующую ESL? Ну, я думаю, в следующую субботу-воскресенье. Дай Steam Key, постримлю. Нет, спасибо, Зик. Так, попросили Джейсона Слэшера. Я все помню, Мартин спросил. Let's go. Так, после этого у нас Leatherface, но получается у за кожеголового я умею играть только за один стиль, за этого убийцу, второй. Так, привет, Эндрю. Будут ли видео про хищника? Да, будут. Ребята, у меня огромные планы по выпуску видео. Все будет, только я вот не знаю когда. В этом году, ну я думаю, это 10 хороших видео выйдет. По разным персонажам. Привет, Фарш. Джонни, какая у тебя стата? Ну, я не знаю. Я вот, видишь, постоянно так выхожу. Постоянно ставишь что-то на где-то 1300 на... Так. Ух ты. Зачем я прыгаю постоянно на эти клоны? У парня воображения ну совсем нет. Господи, какой же он этот, какой же он скучный. Хватит тебе. Он вообще не держит блок. Ладно, иди отсюда. Вау. Ой-ой-ой, против таких просто умалишенных очень сложно играть. На самом деле у Джейсона проблема против Саб-Зиро. Так, ладно, иди сюда. Блин, зачем я этот опустил? Во. А какая у него стата была-то? Давайте сейчас будем камбэкаться. Привет, Вастиван, ребят, всем привет. А-ха-ха-ха, зачем я прыгаю постоянно на эти клоны? Парни, совсем нету воображения.
Хей, Рассел, как дела? Ребят, всем привет. Как поживаете? Джонни, я начал мейнить Кунг Лао. А, ну это неплохо без нейта. Джонни, как контрить? Liu Kang Fire Fist, играя за Tempest. Интересный вопрос. Блин, надо думать на самом деле вот над этим матчапом. Tempest против Fire Fist, Liu Kang. То есть, когда он, знаете, на тебя нападает, тут нужно терпеть. Я думаю, это, знаешь, как Liu Kang закончил свой windmill punch, там есть дыра, и вот нужно попытаться туда что-то вставить, потому что, ну вот у Кунг Лао есть некоторые нормальные удары, там вниз один можно вставить, то есть против, а после получается вот этой мельницы ты можешь делать, скажем, усиленный телепорт, ты можешь делать еще несколько вещей и наказать его за это. А так, исходя из того, то что Кунг Лао более мобильный персонаж, но у Liu Kang зонинг получше будет, тебе нужно держать его эдак на средней дистанции. Как самочувствие? Да, нормально. Ну, я проснулся, конечно, ужасно, у меня голова болела, но сейчас более-менее. Так, ну что, давайте уже за убийцу. Я, к сожалению, не умею играть за другие вариации The Face, поэтому да. В общем, у нас такая ротация получилась. Хищник, Джейсон, Лазерфейс. Царь горы будет? О, ну, наверное, будет, да. Ух ты. Ух ты, неплохой конферм от него. Как так? Ха-ха-ха-ха. Вот это было красиво. Я нёрка слишком рано нажал. Блин, что такое? За Лазерфейса нужно еще вспоминать, как играть, ребята. Ладно, все, хватит. Надо было по-другому наказывать. Это командный захват или что? Я не понимаю. Я до сих пор не разобрался, что делает вообще Мелина Хищница. Никогда за нее не играл. Ах, я проиграл. Ах. Блин, давно не играл. Оказывается, забыл все. Нет. Нужно еще 2-3 игры за Лазерфейса, чтобы вспомнил, как за него играть. Не, на самом деле, тут еще проблема, то что я не знаю, что делать вот эта Мелина. Вот эти ее напрыжки туда-сюда. Нужно ее побыстрее изучить. Йо, Арис, привет, как дела? Как ты относишься к Liu Kang и Скорпион? Ну, положительно, ребят. То есть я играю почти за всех персонажей, поэтому... У меня отношения хорошие.
А, звуки игры, ну, ребят, вот именно то, что вы... Я забываю. Окей, let's go. Так, я же сыграл за этого, за Хишку Тена, а теперь буду играть за вторую, точнее, за третью вариацию. Нужно как-то камеру то ли ближе сделать, то ли самому. Куда? Нужно немного ближе сесть. Мы сегодня провели вторую передачу, в которой снова появился Шейд. Передача называется «Я пригорел». Где можно посмотреть фрагмент? Может, покажешь свою стату после боя? Зачем? Ну, ребят, постоянно спрашивают вот этот вопрос. У меня очень большая стата. Ладно, 0-4. Видно, сама судьба направляет, чтобы я вам показал стату. Я вам скажу, какая у меня настоящая стата. Так, сетевая история бит. Вот здесь же, да? Давайте посмотрим, какая стата. О, Микки, огромное спасибо. Раз сегодня без рейдера, точка, блокищник с капканами, точка, если сможешь, сделай бруталку. Да, йоу, Микки, спасибо тебе большое. Так, сейчас. Какая моя стата? Тут показывается, нет, побед в сети 2200, поражений 588. Так, что тут не то? Я хочу посмотреть этот, рейтинг, во, рейтинг. У-у-у, как я много выходил, оказывается. 1566 на 428. А, если убрать те игры, которые я просто выходил из-за того, что я не хотел избивать новичков, где-то будет 1566 на 200. Или на 200, или на 250. Вот такая у меня стата. Ну и еще учитывая то, что я каждый день на новом персонаже играю. Так, окей. Спасибо тебе большое, Микки. Давайте, ищем. Ну, на самом деле, этот, мне кажется, в любом случае у человека появляются хейтеры. И это даже уже показывает то, что все хорошо, да. Ты ждешь фильм «Пираты Карибского моря 5»? Я небольшой киноман. Микки, спасибо. Сейчас будем играть за хищника с капканами. Очень часто такие парни попадаются, и я не знаю, что делать. Ну ладно, я не могу отдавать две победы подряд. Да, без нейтер, норм стата. Так что моя стата примерно 1566 на 200 или 250. Так, с капканами и бруталити. Окей, попробую выполнить оба задания. Не путай капканы с минами, то есть. А что, капканы это еще что-то другое есть? Капканы и мины это одно и то же. Или у хищника есть еще какой-то спецприем? Привет, Матрикс. Всем привет, ребята. О, 150 человек зашло. Всем огромное спасибо. Я заканчиваю неверно. Ухо-хо. Зачем он это делает? Вот так надо заканчивать. Или вот так. Дунц. О-хо-хо. А, постойте, что-то я не то делал. А, я пытаюсь, короче, лазеры делать и... Про себя там этот, я не знаю, где-то внутри думаю, а почему же не получается?
Так, сюда-сюда. О, смотрите, 40%, я даже не ожидал. О. Окей, интересно. В каких странах ты бывал? Так. В каких странах я бывал? Ну, я могу рассказать немножко позже. Нужно закончить с помощью капкана, ребят. Вот это главное. Блин! Ник, я же мог просто ему под ноги кинуть, он бы на это попался. Ну что я делаю, а? Блин, апперкотчик. Ладно, иди сюда. Уф, все, хватит. Блин, из-за вот этого брутальти я могу сейчас проиграть, ребят. Блин, 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 блин. Как я думал, как мне накопить метр? Потому что если бы я кинул диск, он бы мог как на него попасться и умереть. Я вот думаю, как мне накопить метр и его не убить. А в этой вариации у него есть укол? Блин. Ладно, я еще вернусь к кишку Тену. Микки, спасибо большое. Блин, из-за этого брутальчик чуть-чуть не проиграл, но. Я не знал, как мне получить одну полоску метра в конце, чтобы кинуть усиленную ловушку. Джонни, ты только в МК играешь, да? Шесть все ищет Алису. На самом деле, мне кажется, много людей уже ждет, пока Шейд познакомит нас со своей пассией. Джонни, приходи в Dark Souls 3 играть. Ну, это слишком этот. Слишком много времени отнимет. Ну что такое? Блин, до стрима? Там мне попадался мистер Кузнецов, там мне попадались другие ребята. Где они? Я хочу против них играть. Будет ли Mortal Kombat 1? Да, будет Mortal Kombat 11 через 3 года. Где твоя скилловая табуретка? Блин, а где она? Вот она. Вот табуретка. Так, сейчас надо запустить поиск. Я понял то, что на этом кресле потенциал раскрыть полностью нельзя, поэтому когда будут попадаться серьезные игроки или сеты, я буду, собственно, садиться на нее. Вот такая табурет. Да, Mortal Kombat 11 будет через 3 года. Через, можно сказать, 2,5 года. Ну что, давай. Нам нужны игроки, ребят. Неужели даже на PlayStation 4 уже не играют? Так, ну-ка, я немножко ближе. А если НРС замутит что-то новое, не думаю. Очень-очень мал шанс. То, что новый файтинг выйдет. Я не знаю, что они там могут делать. То есть Injustice, Mortal Kombat.
Я думаю, шанс того, то, что они анонсируют совершенно новый проект, ну, равен 5%. Вот 5%, наверное, где-то есть. Один из, получается, 50. Нет, это не один из 50. Один из 20, да. То, что что-то новое появится. Так, ну что, за Слэшера играли, теперь беру неостановимого. Привет, майор. У меня такая же табуретка, только красная, да ну. Как играть за Эрона? Блин, за Эрона немножко сложновато играть, потому что там экзекьюшн нужен хороший. Исполнение. Исполнение и вот кнопок. За Эрона ты должен играть разнообразно. Уметь прессить и уметь как-то зонить. Ой-ой-ой. Блин, зачем я это делал? Добро пожаловать в страну боли. Я думал, то, что он сделает. Зачем? О, yes, 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 come on. А, фу, 50, 25%. Давай, давай. А я не знаю, как делать бруталити. Welcome to the world of pain. Всем привет. Тогда следующий есть цель, ну, наверное, на следующих выходных. Ах, камон. Кстати, я могу возродиться, пускай, давайте. До конца гейминг. Так, кейки. Смотрю, да, спасибо большое. Попробуй за мясника хотя бы против рака. Ну как так? Уф. Ну, почему его бока так далеко меня откидывает? Ну, это жесть. Ух, мэн, ну ж как я могу проигрывать такую игру? Такую легкую игру. Хо, мэн. Как-то этот, знаете, меня смутило то, что его вниз 4 так далеко меня откидывает, и то, что я не могу контрпокать после этого. Нужно вот это запомнить, то, что его мечи и его вниз 4 как-то, да, заставляют это по-другому немножко играть. Так, спасибо большое. Ки-ки-ки, надеюсь, это не означает Куклукс Клан. Джонни, скажи, за кого мэнить, чтобы он был не таким рискованным, как Кунг Лао. Ну, на самом деле, Кунг Лао вообще не рисковый персонаж. Джонни, будет ли летом стрим, как ты на велосипеде катаешься? Ну, если этот, много людей будет смотреть, то, конечно, будет.
Джонни будет Триберг, а Джим, а, ну сегодня этот, сегодня у нас персонажи из хорроров, поэтому Триберг уже в следующие другие дни. Добрый вечер, как настроение? Все хорошо, ребята? Так, окей, 933 на 199. Давайте посмотрим. Гутан, орангутан. Так, мне играть за Лазерфейса, блин. Окей. Не, ребят, я не играл в Dead by Daylight. Последняя игра, которую я играл, это Ведьмак 3. То есть, кроме Mortal Kombat. То есть, можете посчитать, сколько вообще времени прошло. Ты в МКХ также хорошо играешь, но нет. Ну, МКХ... Ух ты, даже так. Ох-ох-ох. Зачем я пришел? Ух ты, неплохой конферм. Офигенный конферм. Так, надо этого парня серьезно воспринять. Так, ладно, пока что на тумбочку не буду я садиться. Давайте выигрывать. Ух. Давай. Вот это мне нравится. Вот такие игроки мне нужны. Чей армор сильнее, а? Конечно, конечно, армор Джонни. Ух. Ух. Я вообще впервые вижу такой комбо. Почему после того, как я завел пилу и ударил ее огнёркой, она не усилилась? Мэн. Вот это жесткий бой. 900 на 200 у парня. И он, вижу, за Тремора играет очень часто. Yeah, now we're talking. Oh, man. Ладно, ладно, давайте, побольше таких боев. Когда будет Тремор металлический? Ребят, я вообще не могу сейчас говорить, когда будут те или иные персонажи. Но одно ясно точно, то что они будут. О, опять он, ладно. Так, сейчас мы за кого играем? Мы играем за хищника. Верно? Да. Может, пару боев за сектора, ребят.
За ваших персонажей в такие дни я могу играть только за донат 100 рублей. Так, постойте. Нет, не Джейсон, у нас вот это. Да, точно. Окей, let's go. Hello guys, I'm a prank and need your help to my channel grow up. Так, это уже неправильно. Он grow тоже неправильно написал. So please subscribe and watch my video. У него одно видео, что ли? Every week a new prank. I hope if you like. Что? В общем, у парня большие проблемы с английским. Have a nice day. Night everyone. Peace. Неужели нельзя от этой фигнюшки упрыгнуть? Фу, yes, yes! Музыку потише? Блин, точно! Музыку нужно сделать потише. Ой, зачем? Зачем я это делаю? Блин, не хватает немножко опыта за хишку Тена, ребят. Ух! Let's go. Let's go. Now we're talking. Так, ладно, не буду я на этом парне делать фаталити, а то может обидеться. Этот пацан умеет играть, да. Этот пацан умеет делать флеш-перри. Ну без Нейтера тебе решать, кого мейнет. Я пока что тебе не могу это давать советы. Фух, да, сложные, сложные бои. Мне они такие нравятся. Эх, неужели опять выходить? Кто-то там просил меня потренить какую-то вариацию. Можно чисто для прикола взять. Так, постойте. Сейчас должен быть Джейсон. Давайте посмотрю, короче, что у него вообще в третьей вариации. Беспощадно, я никогда не играл. А, кстати, могу попробовать, Вадим. Так, ну, да, новичок, наверное, будет брать Скорпиона. Тут у него вот этот дым, который, как я понял, наказывается. Так, вниз, вниз. А, точно. Ах. Интересные, интересные вейкап опции.
Какие вообще есть у него бруталити? Калечить? А, вот это, да? Окей. Так, я должен активировать, получается, в конце раунда. Сейчас попробую. О, вот это было круто. Let's go. Получилось? Нет! О, получилось! Блин, я думал то, что этот... В конце эффект вот этого запутывания кнопок, он было пропал, и не получится бруталити, но нет, все хорошо. Ну, надеюсь, Шейд это видел. Спасибо, Алиса, да. Ребят, если вам нравится стрим, то можете меня поддержать. А, на Ютубе и на Твиче есть... Блин, опять новичок. Есть специальные кнопки. И если там хотите, чтобы я за вашего персонажа сыграл, то тоже можете написать это в донате, но это от 100 рублей. То есть, если хотите, то большое всем спасибо. Так, ладно, я выхожу. Давайте это, искать сильных. Искать нужно сильно. Так, Максим у нас еще донатил, точно. Спасибо у нас Максиму. И Алиса, да. Ой, куда я зашел? Мы ищем все еще рейтинг. Джонни, скопируй, что Алиса написал. Ну ладно. Только для Шейда я это делаю. Так, Феррара, блин. Я опять не заметил. Спасибо Шейду, да, то, что он не увидел послание Алиски для него. Так, окей. Играем за Джейсона. Ну, теперь нас слышат. Блин, опять что ли? Опять Джейсон против Саб-Зиро. Ну, окей. Джонни, скажи, пожалуйста, что такое нейтрал? Нейтрал — это контроль расстояния. Come on. А что, передумал играть, что ли? Джонни, а кто Шейд, спрашивают? Андрюха The Brain Dead.
Блин. Ах, хотел найти Эри. Бум, бум, блин. Я не понимаю, как эта хрень так лоу-профайлит. И все. Нет. Слайд, пожалуйста. Нет. Так, какие вообще есть приемы добивания? Так, вниз, назад, вперед. Вот так. Как определить макросника? Ой, ну если он для своей статы слишком круто играет, там слишком круто отменяет или делает инцидент проджектайла, то, наверное, это вот как раз явные признаки. Кстати, тоже из Корора. Что он может после патча и в какой варции? А, ну я считаю то, что лучшая вариация чужого это сейчас вот Ацидик. Я не знаю, что вообще делать с этой вариацией, с когда он, короче, вызывает вот эти яйца чужие, да? В общем, Ацидик чужой. Не уважать оппонента означает то, что, собственно, не уважать его спецприемы или удары, которые у него есть. То есть, если ты, скажем, знаешь, да, то после твоей серии у него есть ответ на твои те или иные удары, то ты можешь держать блок. То есть, это называется уважение. То есть, если ты держишь блок или если ты не идешь на своего оппонента, потому что знаешь, что у него есть какие-то крутые удары или какие-то техники, которые тебя могут поймать, наказать, это называется уважение. А не уважение, то есть наоборот, если ты даже знаешь то, что твой оппонент может, вот, скажем, Sub-Zero, да, сделать клон, но ты все равно на него напрыгиваешь. Потому что думаешь то, что он или не успеет отреагировать, или он как-то по-другому играет. Поэтому ты не уважаешь его клон и играешь против него агрессивно. Джонни, у меня вопрос, ты уважаешь Макдак? Нет, не уважаю. Да, привет, Нейра. Ты должен был уехать. Я уеду завтра, ребят. Да, Dark Dragon, спасибо большое за донат. Давай уже Кенша одержим. Сегодня у нас стрим, посвященный трем персонажам. За Кенша я могу сыграть в режиме Царя Горы. А пока что этот от 100 рублей могу сыграть за любого вашего персонажа. Но за донат спасибо. Так, сейчас я вас всех добавлю, ребятки. И кто у нас вообще был? Я за кого играл? Я играл за Джейсона. Ладно. Так, кожаное лицо. Let's go. Куда уедем, Шейн? На закат? Вон, Шейд уже просит прощения у Алисы. Так, давайте посмотрим, что получится у меня. Блин, немножко не дошел. Опа, Внутиш, спасибо большое, сейчас я проверю.
Вот вам сетапик. Ой, блин, он там что-то пытался вырваться даже из него. Ух! Я вот всегда путаю в углу, вниз-назад 4 и назад-вниз 4, блин. Спасибо большое, Пафнучи. Сейчас я проверю после вот этого боя. Рискнул и риск оправдался. Все. Куда? Куда? А, Калиски в гости, она что у нас уже зовет? Я хочу вот эту хрень кинуть. Так, ну что, будет команда захват или что? Йо, Данил, спасибо, сейчас я отвечу на твой вопрос. Ого, вот это было красиво. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас, Пафнучи, я проверю. Данил, спасибо. Сейчас я вас добавлю. Как он этот? Эффектно, эффектно. Так, будет ли командный захват? Вот в чем вопрос. Вперед. Бум-бум-бум. Слушайте, а этот парень-то что-то может. Этот парень умеет комбить. Спасибо всем большое, ребята, за донат. Сейчас я все добавлю. Так, и отвечу на вопрос, за кого лучше играть новичку. Так, Данил, у меня этот на канале есть видео. Так, сейчас. Я, может, даже скину это видео в чат. В общем, у меня есть видео топ-5 лучших персонажей для новичков. Если ты новичок, я настоятельно советую играть и за Скорпиона, за Саб-Зиро. Но за Саб-Зиро, конечно, немножко сложнее будет. За Ермака вариации, Мастер Душ. Блин, Котелькан уже не котируется. Котелькан реально не котируется. Или Лю Кэнг. Огненные кулаки. Вот, посмотри вот этих 4 персонажей. Блин, что я вообще с пальцами делаю? Я думаю, у них достаточно легкие комбинации и стиль игры, чтобы, ну, начать понимать вообще Mortal Kombat X и как в нем побеждать. Как только уже у тебя будет больше опыта, перейдешь на сложных персов. Так, сейчас. О, спасибо большое, Пафнутиш. Ага. Ну, даже такие contributions очень мне помогают. Блин, это... Частота у парня этот не такая хорошая. А хищник сложный в освоении? Да, сложный. Очень сложный. Новичкам я точно не советую его. Так, сколько тебе лет? 25. Окей, а кого он возьмет? Тремора? Так, я не понял, что у нас сегодня это за день такой? Одни треморы металлические. Так, у нас был этот, и сейчас второй круг. Хищник. Так, постойте. Да, давайте за кишку Тена попробуем. Это, наверное, у нас новичок, поэтому особых откровений от него ждать не стоит. Но надеюсь, что покажет.
Откроешь мне на мобильной версии персонажа через консоль? Не, Виталий, не могу, сори. Это тебе может... Может, в чате кто-то... Кто-то добрый у нас есть. Помогите парню открыть. Ах, у меня нету. Кеймши стал топ-тиром? Нет, не стал. Да как так? Уф! Блин, немножко я промазал я комбой. Интересные вейкап-варианты показывают. Бауна. Ну-ка, получится, нет? Бум, получилось. Так, сказали то, что захват, и нужно держать вверх. Я держу. О, получилось. Блин, давайте посильнее. Посильнее нам нужны оппоненты, чтобы учиться играть за этих персов. Йо-йо, Лайон, как дела? Джонни, ты играешь Mortal Kombat X Mobile? Нет, не играю. Единственная игра, которую я вот играю, это Mortal Kombat X. Не знаю, наверное, другим людям неинтересно будет, как я что-то другое стримлю. Так, другим людям я сказал, да? Сори, ребят. Зрителям имею в виду. Кстати, я вот за воина хищника еще ни разу не играл. Надо посмотреть. God King. 666. Какой-то этот. Сатанист у нас. Так, окей. Джейсон. Что написано на доске? Это, в общем, разработка гайда, комбо-гайда на Джейсона. Пожалуйста. Спасибо. Ой-ой. Йо, Мика, спасибо большое. Спасибо огромное. Так, Мика. Хотя так, сейчас я добавлю, давайте все-таки. Ой. Пожалуйста. А я не знаю, да, постоянно кто-то пишет то, что я челку трогаю. Наверное, привычка какая-то или волнение, не знаю. Спасибо большое, Мике. Так, сейчас у нас этот. Лазерфейс, да. Цвет Риберга можно менять, как цвета костюмов у других персов. Но, как бы, цвет Риберга зависит от его вариации. У
Жду не дождусь Tekken'а на твоем канале. А что, ребят, вам будет интересно наблюдать, смотреть за Tekken 7? Играть Джейсоном без маски. Ну, я не знаю, как это сделать. На PlayStation 4, наверное, нельзя. Вот такие видео на Ютубе, они вроде много просмотров набирают. Типа там Джейсон без маски, еще какие-то там секреты, пасхалки, моды. Может попробовать. Что-то у меня... Ух, немножко... Устал от этой, от этих наушников. О, Max KX3, давай, поехали. Так, у нас сейчас опять... А, нет, сейчас у нас Leatherface. Ну, за Лазерфейса я вообще мало вижу игроков. Практически никто не играет. Ух ты, интересно. Если смог, то цвета серый и фиолетовый, например. Да нет. Но если оба игрока выбрали смока, то цвет у него меняется. Но он не может стать просто так фиолетовым. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, окей. Значит, играем серьезно. О, он еще метр потратил, окей. Блин, а он знает, а этот парень умеет играть. Так, блин, может, зря я брейкер не сделал. И добью, добью, добью. О, yes, блин, этот парень умеет играть, ребята. То есть он наказывает мои небезопасные серии. Я думал, он этого делать не будет. И он знает, когда я начинаю делать вот эту четверку. Let's go, Max KX3. А вот это заблокирует? Блин. Какой он крутой, ребят. Какой он крутой. Come on. Я не хотел нажимать четверки, я хотел нажать двойку. И все, иди сюда. Мэн! Этот парень умеет играть. Привет, Рагнарок, как дела? Всем привет. Russian Batman, я могу сыграть за, получается, Джонни Кейджа в Саре Горы. Джонни, планируешь ли ты осваивать Injustice 2? Да, ребята. Я вообще планирую становиться ютубером именно по Injustice 2, как только игра выйдет. Я надеюсь, то, что смогу до этого стримить и Mortal Kombat X. Если вот, конечно, все это будет позволять. Временные условия, финансовые. И дождемся мы выхода Injustice 2. И там уже пойдут комбо-уроки, гайды, игры там против лучших оппонентов России и так далее, так далее, так далее. Джонни, у тебя есть постоянная работа? Ну, пока что я только стримами занимаюсь. Если, скажем, финансовая моя ситуация ухудшится, я могу найти работу, да. Фолшейт там очень
Очень упорно, упорно ищет Алису. Зелебоба R&D. Так, постой, R&D это же этот Research and Development. Я не знаю, откуда тут люди такие ники придумывают. Так, мы играли за Leatherface, а теперь возвращаемся опять к охотнику. Let's go. Так, кто учился? На переводчика. Привет, дед Абдул, как дела? Блин, вот этот освежитель, он меня точно сведет с ума. Каждый раз я пугаюсь, как он этот работает. Джонни, снимай еще МКХ Мобайл. Алиса, нет, этот надпись. Надпись сзади я разместить не могу. Особенно антисемитского характера. Ух. 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 Так. Окей, окей, он сам налетел на эту мину. Я даже не знал то, что она сработает. Привет, Алекс, всем привет. Let's go, let's go. О, это что за апперкот был? О, мэн, какая отпрыжка назад, А какой самый лучший вариант Ермака? Мистик. Привет, Дарк, как дела? Диспенсер. Он же. Все хорошо, дед Абдул. Так, там вроде я все добавил. Да, все добавил. Так, ладно, пропускаю его. Не хочу я его обыгрывать. Почему нету в МК такой же музыки? Ну посмотрим, да, наверное этот. То есть наступит момент, когда Mortal Kombat X уже будет не таким популярным, наверное. И выйдет Tekken 7. И получается в промежутке между Mortal Kombat X, Tekken 7 и Injustice 2 мы будем вот как раз играть во вторую игру. Я не знаю, когда выйдет Tekken, наверное, в январе-феврале. Так, Джейсон. Или нет, я вроде сейчас должен заслышать, когда... Пока что, ребят, неплохо получается, мы этот...
обыграли очень-очень сильных игроков. Там вот этот на треморе, помните, да? Дезер фейсит жалко, а что такое? Да, я за другие стили не умею играть. Получится, нет? Ну, спасибо. Ладно, не буду я рисковать. Зачем он это сделал? Ой-ой-ой-ой-ой, спокойно, спокойно, спокойно. Бум! Бум! Почему лагает? Хватит, хватит. Блин. Что-то разводки мои не работают. Ладно, хотя бы красав сработал. Как он попал? Как он попал? Я... Так. О, yes, 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 yes. В конце немножко камбэкнул. Чувствуется, не на табуретке сидишь. Скилл упал. Не, наоборот, сегодня вроде лучше играю, чем вчера. Шейд говорит то, что у него с Алисой много общего. А что там? Что у вас общего? Мэн, захваты решают, ребята. Привет, привет, Эльтраха. Спасибо, что заходите. Го ПВП. А чё? Можно, можно. Хочешь ПВП сыграть? Шейд. Только до 5 побед примерно. Джонни, что такое кроссап? Это когда ты перепрыгиваешь своего оппонента. Но на самом деле, в Street Fighter, откуда и произошел данный термин, кроссап означает немножко другое, но в Mortal Kombat X мы будем считать то, что это когда ты просто перепрыгиваешь оппонента. Привет, Рома. О-о-о-о! 2300 на 900, окей. Джонни, тебе не кажется, что Алиса это док? Так я же говорил то, что... Есть, есть взаимосвязи. Так, я только что играл за кого? Я играл за Джейсона, да. Значит, теперь у нас Leatherface. Окей, let's go. Го ПВП на Алиску. Не, Алиса это... Алиса пускай достается тебе. Как бы она никому из нас не принадлежит, чтобы мы этот ПВП за нее делали. Я не знаю, что он делает. Почему он делает назад 1-2-2-2? Это неправильно, ребят. Так, ладно. Пора его... Пора остановить неостановимого. Или нет?
Ой. Слишком много блокирует. Так, у него есть X-Ray, окей. Окей, я даже не зол. Окей. Есть. Он этого не ожидал. Умно. Так, только мне нужно было его обратно кидать. Как вам сетап? Сетапы от Джонни. Блин, почему-то он не реагирует на эти вещи. И все. Две убийцы кровавого. Да, кстати, очень тематически получилось. Подсластить? Что ты имеешь в виду, Мария? Ну, ты можешь в любом случае это сделать. Так, нет. Зачем? Но. Шейд, это, если так будешь говорить, то это, твое пребывание на моем канале будет очень коротким. Так, окей. Опять у нас идет хищник. Твич упал. Ребята, да, если, скажем, у вас лагает Твич, то можете перейти на YouTube. И обратно. Окей. Зачем? Ой, зачем? Ух ты! Смотрите, обыграл. Нужно мне более сконцентрированно играть. Ну ладно. Будем применять такие тактики. Не достает? А что, не хочешь, что ли, играть? Ну, я не знаю. Это...
Ладно, какой бруталь тут можно сделать? Шейд, будешь это развивать вот эту тему, получишь бан. Я тебе 100% говорю. То есть, если кто-то создает обо мне какой-то негативный образ, то сори. Таких людей я терпеть на своем стриме не буду. Этот ребенок не от тебя. Так. Сейчас у нас Джейсон, да. Let's go. Блин, я не понимаю, почему постоянно Джейсон против Саб-Зиро. Окей, слышу. Так, ребят, всем большое спасибо за донат. Хорошо. Ну, Шейд, ты можешь многого хотеть. Ой-ой-ой. Блин, попал, попал, попал. Я не знаю, почему он не блокирует. Йо, ребята, 190 человек смотрит мой стрим. Всем огромное спасибо, кто зашел. Блин, молодец. Я хотел сделать антиэйр. Нет! Блин, ладно, можно и так. Ну что, возможно, я еще этот немножко привык ко всем вот этим грандмастерам. Йоу, ребята, 192 человека сегодня меня смотрят. Всем огромное спасибо. Как тебя зовут? Джонни, Джонни зовут. Так, сейчас я хочу вам одну вещь показать. Блин, ее уже нету. Джонни, играл на джойстике Xbox One? Как он тебе? Да, играл. Нет, зачем мне стесняться. Так. Ну, знаете, там крестовина совершенно другая. Нужно учиться по-новому. Поэтому я пока что не могу четко описать свои ощущения. Так, окей.
Я не заметил стату данного парня. Что-то на Твиче слишком тихо, ребята. Вы там все уснули или что? Сколько вообще там смотрят? Хотел посмотреть стату по сервису. Так, 81-97, ё-моё. Да, очень-очень большое. Очень большое число. Так, за кого я играл? Я играл за Джейсона. Окей. Мы смотрим. Ну, я не знаю, давайте этот поактивнее, поактивнее. Йо, привет, Снейк. Да, просрал, короче, вчера ESL. Что-то не получилось. Не получилось вчера выиграть. Так, Лю Кэн, окей. А, ну я понял, кто это у нас. Кстати, не нужно забывать то, что вот эту двойку можно еще использовать для приближения к оппоненту. Будем активнее смотреть. Блин, я не заметил. Не заметил стату данного парня. Блин, нету метра. Я же про 1-2-2 забываю. И... А будет брутальти, нет? Нет, блин. Я думал то, что... Он может его как-то добить. Го следующий на ком-нибудь с отменениями. Ты имеешь в виду с отменами? Что это вообще за музыка? Hillside Plaza. Включу я немножко этот пожестче. Привет, Заур. Да, ребят, всем привет. Так, я использую стан. Ты имеешь в виду? Йо, спасибо большое за подписку, Пинки. Да. Вот Пинки, и Брэйн. А, я стримлю Mortal Kombat X каждый день, кроме вторника, среды, четверга и пятницы. В общем, да. После сегодняшнего стрима я уезжаю домой к родителям на 4 дня. И вернусь уже этот. Через... получается, к концу недели, в субботу. Ну, всем спасибо, кто смотрит. Блин, 195 человек, ребят. Это не ахти. Так, сейчас я, короче, прочту, что там написал Рассел. Так, за кого я играю? Я играю за вот этого вроде. Фишку Тен, окей. Блин, а какая у него стата? Я все забыл. Ты всеми персами умеешь играть? Ну, многими, да. А, Пинки, да, спасибо большое. Не, каждый день я стримлю. Мне просто нужно уехать к родителям, там немножко им помочь и... Вернусь, и стримы будут опять ежедневно. Сейчас я, короче, прочту сообщение Рассел. Окей, I'm standing back to back.
Let's go. Give me a break, you damned. Blazing down. Так, окей. Какой-то этот. Сопротивляющийся скорпион. Не хочешь, чтобы я у него выиграл. Блин, я бы мог получше наказать, да. Давайте-ка я попробую отмены. А, я уже забыл. Нет, нужно было усилить потом. Но эта тактика вечно работать не будет. Привет, Ислам. Всем привет. Так. Сейчас там Рассел, короче, что-то написал. Вот вам последние новости вселенной Берсеркера 09. У котла нет арморных вейкапов. После патча смока гарпун ненаказуем, да ну, реально. Блин, нужно взять на вооружение вот эти техники. То есть котла-то я, значит, уже не беру, потому что нету арморных вейкапов. Гарпун ненаказуем, вот почему док выигрывает. Гарпун ненаказуем. Его вообще нужно жестко нерфить. Ну, это да, это да. Все еще утверждает, что Джонни петух, окей. Не работает и задротит МК, но... МК я не задрочу, то что не работает, это правда, но этот, я целыми днями работаю над ютубом и стримами. Привет, Максик Чизкик. Brutality is different fields, что это означает? О, поехали, Сиксаксис. Привет, Алекс, всем привет. Заур, сегодня у меня стрим посвящен трем персам, поэтому не могу, сори. Джейсон. Ну, я вот иногда задумываюсь, вернуться ли на работу, ребята, но каждый день так стримить потом будет очень сложно. То есть, чтобы, знаете, все это настроить. А, ой, блин. Ухо. Ой-ой-ой. Ладно. Аккумулятор разряжен. Вот поэтому я проиграл данный раунд. Что-то... Да, парнишка настроен серьезно. Давайте ему покажем. Я вообще такие комбы впервые вижу. Я могу проиграть, я проиграю, мне кажется, ребят. Я ожидал, короче, то, что он будет делать усиленную напрыжку. Блин, а этот парень умеет играть. Даже такая бруталь есть, блин, посмотрите. Вау! То, что он делал, я вижу впервые. Да не, я думаю, Джейсон против рептилии. Кто сильнее?
Ой, не знаю. Ну, рептилия очень отчаянная, да, очень крутой, крутой. Тебя устраивает доход с Ютуба? Нет. То есть на Ютубе я ничего не зарабатываю. Но вот на стримах, ребята, вы мне постоянно донатите. Конечно, это мне очень помогает. Да, вот эта рептилия была впечатляющая. Рептилия очень быстрая, но я не знаю. Кстати, вот эта тактика, которую используют там назад 2, вперед 2, почему-то я на нее постоянно ловлюсь. Привет, Денис, как дела? Так, у нас сейчас будет кожаное лицо. Как дела? О, я вообще это не замечаю времени. 1:40 прошло. Ну что, вам нравится? Нет, как я играю за этих персов? Ой, блин. Все ловятся на вот это последнее усиление. Ух! А, этот парень умеет комбить. Блин, ну что такое? All hail. Я, кстати... Слишком много блокируешь. Бум. Все. Позитивный стрим, да, спасибо. За хищника классно получается. Ах, как не дошел. Так, какое усиление будет? Ну-ка я на всякий случай сяду. Блин, этот чертов спрей меня скоро доконает. Каждый раз, я не знаю, что-то на меня летит каждый раз. А нельзя как-то брутальти делать? Вот я держу вверх, ну типа, нет. А, наверное, можно быстренько прожимать. 1-2, 1-2, 1-2. Джонни, на какую работу ты хочешь вернуться? Ну, это слишком личный вопрос, ребят. Ну, я фрилансером работал. Какой спрей? Ну, тут, короче, освежитель. А, слушайте, точно, геймпад может сесть. Я по образованию учитель и переводчик. 20/80. Нет, наверное, все-таки не буду. Ну, что-то близкое. Гаднес. Я не знаю, вот ник Гаднес, и я сразу почему-то вспомнил The Legend of Zelda. Wonderlust, реально? Но я тебе это тогда другое скину. Я, кажется, перепутал. Я вот после стрима обязательно скину. Я сегодня просто поздно проснулся. Сори. Абдул, ты там этот на пицца решил? Ты там написал не points, а pins. Пинты?
Не отказался бы от такого учителя. Да, спасибо, Максим. Так, окей. Не, я думаю, это. Я хороший учитель. Потому что у меня аналитическое мышление лучше всего работает. Ну вот, в других сферах есть маленький пробел, но вот в плане аналитики, в плане видения общей картины, я думаю, лучше меня нужно этот поискать. Но в других сферах есть недостатки. Так, за кого играем? За этого. За хищника, let's go. Давай Хантера. Так вот, как раз вроде Хантера взял. И Славандос. О, я не знаю. Я не знаю, какой Faction Kill самый лучший. Сколько Ева на лет, да. Окей. Блин, что такое? Блин, я хочу лазер пускать, как будто этот. Играю за хишку Тена. Oh, блин, я что-то думаю, то, что я за хишку Тена играю. Все, попался. Йо, Муфлай, спасибо большое за донат. Блин, ну ладно, я почитаю, о чем я его куда-то дальше поставить. У меня были какие-то предположения, то, что может не слишком полезно для здоровья. Ну давайте я его тогда поставлю туда, подальше. Сейчас я. Так, ну что, продолжаем играть за персонажей из хорроров. Ты играешь в Dota 2? Раньше играл. Как у вас погода? Да, этот снег идет. Холодно. А ты любишь работать на начальство или на себя? Я люблю работать на себя, ребят. Я не могу этот, под кем-то работать. Я слишком этот. Слишком своевольный человек. Так, за кого я играл? Ага.
Injustice тебя не зацепил, но у меня просто сейчас нету времени играть в него. Сколько соло ММР? 5000. Ну, Алекс, я вот как раз играю на PlayStation 4. Let's fucking go. Пандорум, я тебя ничего тут пруфить не собираюсь. Ой-ой-ой, неплохо. Так, дальше, дальше. Блин, не попал. А тут брутальти нету, да? Почему ты по-русски не материшься, по-английски спокойно? Ну, кстати, да. Да. Это хороший вопрос. Я не знаю. Ну, Пандорум, задонатишь 1000 рублей, я тебе пруфану. Могу даже с тобой сыграть. А так, мне смысла нет. Что-то доказывать людям, которые мне не верят. Ух ты, смотрите, неплохая стата. Посмотрим. 950 на 400. Ну, конечно, коэффициент 1 на 2. Так. Угу, окей. Я примерно представил, как играть. Почему за чужого не играешь? Ну, потому что я выбрал вот этих трех персонажей. Соло мид 1 на 1 на 1К. А я в Доту не играл 2 года, но я могу с тобой сыграть. Наказывается. А зачем я усилил-то, а? Это просто трата метра тут. Йо, сапец, спасибо тебе большое. Спасибо большое, сапец. Огромное тебе. Я очень люблю работать. Я не могу сидеть без работы, ребята. Можешь рассказать о себе? А, come on. Я могу рассказать, откуда знание английского. Ой-ой-ой-ой-ой. Как развел. А, кома. Ладно. Пускай выиграют. Джонни, только сколько ты снимаешь минут видео? Долго, долго. Так, спасибо большое, сапец. Я тебя сейчас добавлю.
Блин, вот эти захватчики меня постоянно это. Надо было по-другому наказывать. Чё-то сразу залагал. О, мэн, как это было потно. Нужно, да, научиться мне контроль захвата. Йо, привет, диджей, как дела в клубе? I love Junior. Thank you, Игорь. I love you very much. А что-нибудь знаешь о городе Владимир? Нет, так, сапец, огромное тебе спасибо. Не, на самом деле я люблю работать, но работать на себя. То есть, я не знаю даже, как можно не работать. То есть вот там просто сидеть, ничем не заниматься, ну вот, это сложно. Но работать на кого-то другого, конечно, не очень приятно. Спасибо, сапец. Да, Акбар, помню тебя. Ты играешь на мобильном ВМК? Нет, Игорь, я не играю, к сожалению. О, блин. Сейчас последний бой. Я соберу царя горы. Чего нового, да? Привет, Карпаччо. А, не знаю, что нового. Ну вот, кресло купил. Наверное, единственное обновление. И новое то, что... Я ухожу из мира стриминга на 4 дня. Мне нужно, короче, поехать к родителям, у меня там мама, бабушка, немножко им помочь. И вернусь я уже в субботу. В субботу будет стрим. То есть вторник, среда, четверг, пятница, стримов не будет. Джонни, почему Берсиан зол на тебя? Ну, потому что завидует. Так, окей. Так, за кого я играл? За этого? Нет, я не за этого играл. Поехали. Так, теперь у нас хишку-то. Да, спасибо, Акбар. Окей. Берсиан смотрит твои стримы? Да, смотрит. Расскажи, откуда у тебя познание английского? Так я в этот, по профессии учитель английского. Меня очень этот... Очень-очень сильно уговаривали пойти в школу, но там, к сожалению, зарплата фиговая. Наверное, удобное кресло. Очень удобно, Денис. Блин, на этом кресле играть не так хорошо, потому что слишком расслабленно сидишь. А можешь сделать стрим Full HD? Блин, это сложно. Джоня, как ты знаешь, что он тебя смотрит? Ну, я знаю, да.
Табурет тащит, да. Когда это... Так, постойте, все, короче. Кто твой любимый персонаж в игре? Я не знаю, Кенши. Кем ты больше всего умеешь играть? Ну, я думаю, пока что на данный момент мои сильные персонажи это Кенши и Шинок. Да, быть учителем очень сложно, ребят. Я не знаю, если бы там платили хорошие деньги, да, там, 200 тысяч, то тогда может быть, да. Ребята, заходите, пожалуйста, в комнату Хата 2016, кто хочет сыграть на PlayStation 4. Создадим царя горы и посмотрим, кто является сильнейшим. Ну, может быть, да я говорю, я о Берсиане вообще не задумываюсь. А вот... Как мне кажется, он там обо мне, там о Рубере просто целыми днями думает. Я не знаю почему. Школьники на уроках выпендриваются. Ну, этот, у меня опыт учительства небольшой, но этот... Особо нет. Я думаю, я могу этот хорошо рассказывать. London is the capital. Of Great Britain, yes. Джонни, go Финляндия. Но, Элифас, если ты там пробьешь мне визу, я готов. Я готов прямо сейчас. Даже руки не надо заламывать. Йо, Даша, привет, как дела? Блин. Неужели сегодня никого нет? Или никто не хочет играть, я не знаю. Или все на работе. Или все настолько это, блаженно там сидят, смотрят стрим, то что неохота, неохота заходить. О, без нас постоянно хочет играть. А, Макс, ну это круто. Да, Максим, сегодня у нас стрим на PlayStation 4, поэтому в комнату можно зайти только с PlayStation 4. Сори. Я пью пиво и смотрю, да. Спасибо. Карпачево, я не знаю, что за программа Полиглот. Ну, я не знаю, если, скажем, в следующие 2-3 минуты больше народа не наберется, то я могу сделать на ПК. Если жена, дети, жена, нет, нет, жены нету. Один на один, нет, один на один мы не играем. За Кенши могу сыграть, Максим. Давайте пока с Безнасом. Ребята, заходите, заходите. Комп называется Хата 2016. Алекс Махоуни. Так, постой. Алекс Махоуни. Это не из этого? Prison Break. Блин, на самом деле, история про Икара, то есть вот из древнегреческой мифологии, она достаточно поучительная. То есть мальчик хотел полететь близко к солнцу, но как только он там построил себе вот эти крылья, его солнце просто опалило, и он умер. Да, не нужно никогда зазнаваться, ребята. Нужно знать свой лимит, нужно знать свой потенциал.
если прыгнешь выше головы, то, то будут последствия. Так, окей. А, за Кенши просили. Дети бегают. Так, ребята, всем большое спасибо, кто сегодня донатил. Сейчас я... Ой-ой. Вот кто-то мне посоветовал, типа, вставлять однерку. Ух ты. Ого, неплохо этот реагирует без нас. О, все. Ребят, заходите, заходите, кто хочет играть. Царя горы. Комната называется Хата 2016. Блин, а, да, кстати, я жду новый сезон. Prison Break. Блин, хитбокс там, короче, этот. Блин, попадай. Я ждал молодежку. Неплохой сериал. Что за молодежка? А, DJ Connor. Нет, на сегодня пока Царя горы не будет. Потому что мне очень сложно перемещать между консолью и компьютером. А, хоккей русский? Реально? Сериал про русский хоккей? Окей. Так, ну что, кого-то там просили, нет? Я сейчас посмотрю ваше сообщение. Кого вот первым увижу? Джонни, давай Эрона, Алинейтер писал. Будет Эрон Блэк. Ну вот я смотрел Prison Break. Первые и вторые сезоны нормально, а вот потом что-то слишком это мутно пошло. Что я делаю? Да, привет, Ник. Аниме смотришь? Я раньше немножко смотрел. Но я никогда не был фанатом. Ой-ой-ой-ой. А, нет, так не получится. Какие аниме я посмотрел? Я посмотрел Бродягу Кеншин полностью. Ах, не хочет, блокирует. Не получилось. Бля, а почему нельзя? Надо посмотреть вообще, какие условия вот этого бруталити. Люкен, огненные кулаки. Окей, я вот увидел сообщение диджея, поэтому...
сыграем. Ребят, заходите, заходите. Если вы играете на PlayStation 4, комната называется Хата 2016. Как делать эту комбу на Iron Black? Вот, показываю. Вот. Немножко быстрее нужно нажимать. И большим пальцем, я не могу показать. Но там большим пальцем. Быстро нужно, быстро все провести. Туда-сюда. Так, какие аниме я еще смотрел? Я смотрел Full Metal Alchemist. Я смотрел Steins Gate. Я смотрел Shaman King, но это то, что по СТС крутили. И все. Да, все. Но мне больше всего нравится, конечно, Бродяга Кенши, но тут скорее этот. Скорее даже не аниме, а манга. Я вот мангу, единственный манг, который я прочел, это вот Бродяга Кенши. И ова первая хорошая. Потом мне, конечно, нравится Full Metal Alchemist, и потом уже... Потом Shaman King, потом уже Врата Штайна, или как она называется на русском, не знаю. Так. Люкен кулаки, да? Хорошо, что его не взяли в школу работать. Так, Алиса, мне это предлагали. Мне полгода предлагали работать в школе. То есть, таких кадров не выбрасывают. Ты стал шаманом-королем, но немножко не хватило. Я забыл, как делается вообще огонь. А, вот, вспомнил, ну наконец-то. Ух ты! Так. О, это была бы такая крутая комба, если бы вот эта палка по мне попала. Привет, Вархавка, как дела? Ой-ой-ой. У меня тоже все хорошо. О, Муфлоид зашел, это хорошо. Смотреть Джонни одно удовольствие. Да, спасибо, Алик. Сокол написал за Котеля. Буду играть за Котеля. Клеймор и Атака Титанов. Ну, я слышал, да, про этот. Атака он Тайтан, вроде же, да, называется на английском. А, смотрите, мы против этого парня играли, да, сегодня. Так. Котеля попросили. Ну, давайте попробую за Бога Войны. Посмотрим, смогу ли я за старого мейна играть. Джонни, ты играл в Mortal Kombat X Mobile? Нет, Виталий. Ах, если бы однерку вставил, то добил бы. Могу еще играть.
Не, Денис, я не видел, что там. Ух ты. Окей, над барей. Броня есть, ребята. Это вас Берсян обманывает. Блин, я не знаю, что эта хрень делает вообще. И она как-то супер быстро восстанавливается. А будет бруталити? Да. Блин, все еще помню, как играть за этого Котаря. Джонни, сыграй, пожалуйста, за Милену, Максим написал. Окей. Ребят, если вы играете на PlayStation 4, то обязательно заходите. Так, я бы хотел поблагодарить всех донатеров сегодня. Сапец, огромное спасибо. Микки, Данил, Пафнутиш, да, на Киеве. Олесь, Кей-Кей, будем называть, Максим и остальные, да. Как всегда, очень щедрая Алиса и Dark Dragon. Всем, ребята, огромное спасибо. Если вам нравится стрим, если вы хотите, чтобы у меня была возможность также каждый день стримить для вас Mortal Kombat, то можете меня поддержать. На Твиче есть специальная кнопка, на Ютубе тоже. Собственно, ваши вот эти денежные средства мне очень помогают. Всем большое спасибо. Так, Джонни, Макс, Джакса, подкачку потом можешь? Да, давайте сыграем. Так, постой, а кого я обещал? Блин, я уже забыл, кого я обещал. Так, Максим там писал. Милина, точно, Милина. Милина и Джакс, подкачка. Джонни, а что Коттер говорит? Test of Oshtuk, а я не слышал. Я вообще не слышу звуки игры. Джонни, что ты думаешь о Берсяне? Ну, это мой лучший друг. Ой-ой, как я не смог наказать. Придется немножко этот выпрямиться. Задонатил, сейчас я, ребят, все посмотрю. Ух ты! Давай, 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 без нас. Только вот это не нужно обузить. Кстати, больше за донат. Так, или не спасибо, сейчас я посмотрю. О, Максим, Андрей, спасибо вам большое. Да, постараюсь этот из дома вернуться немножко пораньше. О, мистер Кузнецов зашел, это хорошо. Ребят, заходите, заходите. Не, не нужно, не нужно. Не, я говорю, у меня этот... Берсяну никаких претензий нет. Я даже рад. Я даже рад, то, что он этим занимается. Как бы повышает мою популярность. Так, Джакс, подкачка. Памп-тап.
Так, Максим, Андрей, вам большое спасибо, да. Я вас добавлю, короче, в последнюю. А, Максим уже кидал. А это тот Максим? Ладно, я в любом случае сделаю тут 20. Донат Андрея я скину в чат, потому что если я слишком много таких мелких буду делать, то вот эта строка будет очень длинной. Спасибо всем большое, ребята. Скажем, если вы хотите протолкнуть своего персонажа вне очереди, можете, да, 100 рублей стоит. Но я вот сижу за чатом, и, пожалуйста, предлагайте, я это сделаю. Джонни, устрою Рагнарёк на Фераторе. Вот, посмотрим. Кого теперь мейнишь? Я сейчас никого не мейню. Скорпиона четвертый раз прошу, но... От того, сколько ты раз просишь, Максим, это ничего не изменит, потому что тут все в порядке очереди. Кого я увижу, за того и играю. Ух ты. Бум. Он еще метр потратил, это хорошо для меня. Привет, привет, Ал, как дела? Кванчи уже заказывали. Но я вот сейчас доиграю и чье сообщение первым увижу. До того персонажа и будем играть. Пока, Алекс, да, спасибо, что смотрел. Джонни, сыграй за Саб-Зиро. Хатори написал. Вот, сыграй за Саб-Зиро. Ребят, если, скажем, я вот уже сказал, да, за кого я играю, то смысла там писать 2-3 раза это нет. После вот игры, кого я сообщение вижу первым, за того и играю. Так, треним мы этого. А, Криомастера. Так, ну что, Докипа. Докипа сразу в этом. Вызывает, знаете, аналогии с этим, с этой собакой, которая охраняет вход в ад. Как ее звали-то? Цербер, да. Привет, привет, Кейн, как дела? Ух ты.
Ого. Сыграю, сыграю за Скорпионом. Максим. Конечно, я выполняю такие просьбы от 100 рублей, но окей, окей, раз вы такие настойчивые, один раз. Ты, кстати, не играл в серии Devil May Cry? Да, играл. Вот как раз я вспомнил Цербера из Devil May Cry. Так, Скорпион. Давайте попробуем Hellfire. На самом деле, я уже хочу, чтобы меня кто-то обыграл. Блин, посмотрите, вот. Полный, полный царь горы наконец-то собрался. Окей. Блин, я забыл то, что когда бежишь, этот, кончается стамина. О, как этот. Ой-ой-ой. Зачем я это делаю? Слишком это, слишком небезопасная игра. Сейчас будет телепорт. Ой, блин, зачем я перепрыгиваю? Ладно. Давайте играть умно. Ой-ой-ой. Я этого не хотел сделать. Чё, не там чувак задонатил на Скорпиона, реально? Что происходит? Я не понимаю. Я что-то не понимаю, что там такое? Кто-то что-то задонатил? Я прям удивился. Джонни, какая вариация кундзиня лучше, бадзюцу или шаолинь? Ой, сейчас я не знаю. Бадзюцу используют для одного, шаолинь для другого. Раньше шаолинь, как по мне, была точно лучше, но сейчас фиг знает. Thank you.
Так, ну что, сможет этот мистер Кузнецов сохранить? Хотя, кто знает, выиграет ли он. Ой-ой-ой, блин, вот этот. О, смотрите, Суисайд неплох. А он неплох, он не... О, хороший конфер. Он умеет комбить. Так, лоу не было. Две сестрички, да, с мини-хитбоксами. Так, и кто? Кузнецов против Suicide. Мог бы что-то сделать. И все, добивай. Блин. Я даже на месте Suicide сделал бы этот усиленный ролл, но ему, смотрите, читает, точнее реагирует на все. Мог бы наказать. Йо, Паша, привет, как дела? Так. Не знает нового прессинга. Терпеть не учили. Зачем? Блин, Suicide из-за того, что не держит блок, проиграл данный раунд. Да, молодец, конечно, Кузнецов, то, что так прессил. Реально, еще 4 подписчика и на ютубе будет 4К? Вау, ну это круто, ребят. Конечно, это. Моя аудитория немножко размылилась, но, наверное, чем ты популярнее, тем лучше. Но я вот не представляю себя там с миллионом, да, каким-то подписчиков. Или там даже 100 тысяч. Мне это будет, наверное, даже немножко неудобно. Ой-ой-ой. Ну, я не умею терпеть Suicide. Вот это его проблема, видите? Как стрим прошел? Я думаю, то, что стрим прошел просто идеально, потому что, ну, я всех обыграл. Ну, уже... Да, все, проиграл Suicide. О, если бы еще Кузнецов это все сконфермил. Бум, да. Сделай на ПК по-быстрому. По-быстрому никак не получится. А что, кто-то вышел? Фолши, ты уже Эльтраха этот предлагаешь? А возможно ли на клаве показывать нормальный уровень игры? Я считаю то, что на клаве даже легче показывать нормальный уровень игры. Сразу видно, сегодня веселый. А чё, вчера этот каким-то не таким был? Ну да, от МК нужно, наверное, временами отдыхать. У меня вот мотивация сохраняется только потому, что это... Я каждый день что-то новое пытаюсь придумать. И каждый день новый персонаж. Если бы я играл на одном персе, вот эти все там 60 дней, да, даже больше уже 60 дней я стримлю, о, я бы тут подох, ребят. Уже 4006 подписчиков, вау. Это круто, ребята, блин, канал развивается. Всем большое спасибо, кто смотрит каждый день. И без вас, да, без вас была бы мне намного сложнее. Ну-ка, давайте сейчас посмотрю быстренько. О, 4006. Йо-йо, спасибо всем, ладно. Это очень хорошо. Опять же, да, я вот не стремлюсь к какой-то супер славе. Вот я бы чувствовал себя очень хорошо, если бы у меня было... Ну вот хотя бы 20-30 тысяч подписчиков. Ну вот очень лояльная аудитория. Все, мне больше нафиг ничего не нужно. Это наоборот будет сложно. Мне сейчас сложно постоянно следить за вашими комментариями, потому что их очень много.
там, когда будет 50 тысяч, ну, дай бог, когда-нибудь, да, то там просто забей. Очень это, очень быстро будет лететь чат, и никто не узнает то, что я сообщений не вижу, да. А, да, этот, игроки считают то, что Соня Demolition до сих пор хороша. Ой, что-то мистер Кузнецов раскатал. О, блин, посмотрите. А, кстати, у Роба может есть шанс. Посмотрим, как он сыграет против Кузнецова. Но без нас это слишком... Слишком много делает назад 1-2-2. Я, кстати, вот как раз хочу выпустить видео по всяким терминам. Ну и я стараюсь более-менее на русском все это говорить. Иногда, наверное, выскакивают английские термины. Спасибо, Филипп, ребят, всем спасибо, да. Игра не только МК, да. Я думаю, смысла пока что мне играть другие игры нет. Окей. Кузнецов молодец. Все-таки, да, допрессил. Классический Джонни Кейдж, минус 4. Ой-ой, а вот это уже не классический. Мог бы наказать, да, Кузнецов? Мне кажется, там восстановление неплохое. Наказывай! Все. Или нет, брейкер будет? Нет, не будет брейкера. Алиса в стране Уфе, да, Уфа это отдельная страна. О, смотрите, у Кузнецова уже 85 уровень. Да, Андрей, есть такой момент. Поэтому пока что чат летит не так быстро, то задавайте свои вопросы, я стараюсь на все отвечать. Если будет больше зрителей, то просто никакой физической возможности не будет. Привет, играешь в Mortal Kombat на ПК? Ну, я играю, но не сегодня. Сегодня у нас стрим на PlayStation 4. Так, Райан, я же играл за Котлькана сегодня. Можешь посмотреть немножко в перемотке. Ох. Блин, пафнучишь. А я не смогу, наверное, Кузнецова выиграть. Хотя, может, и не стоит выигрывать. За гору имею в виду. Without a compass.
Спасибо большое, Пафнутиш. Ага. Вижу, вижу. Спасибо большое за 200 рублей. Ладно, сыграю я за гору, только я боюсь то, что мистера Кузнецова не обыграю за гору. Привет, Сужи, как дела? Джон, хотел бы, чтобы сделали вейкапы в МКХ. Ну, они так и так есть. Тогда за сектора, блин, а за сектора я тоже не знаю, смогу я его обыграть. Ну давайте попробуем за сектора. Единственный стример, который стримит Mortal Kombat на ГГ. Но на ГГ у меня пока что вообще нет аудитории, наверное. Но заходят иногда парни, типа Мэнсона, да? Но не знаю, кто там вообще смотрит меня, нет? И все. Ладно, Пафнутиш попросил за сектора, или может за гору все-таки. Давай сыграть за сектора, попробуем. Что такое ГГ? Это good game. Я не понял. А, это не я. Чё-то я думал, почему я не могу выбрать персонажа. Ладно, сыграю, я попробую. За Кенши. За сектор попробую. Правда, я за него особо не треню. А я, мне кажется, я не могу делать рестрим через Good Game на ВКонтакте, Никита. Как смотреть стрим на ESL? Кресло расслабило, очень расслабило, ребят. Ладно, ладно, сыграю за сектор. Я вижу, этот Кузнецов очень много тренится. Не, я не играл за Cyrex и Skyline. На табуретку сел? Или реально сесть на табуретку? Давайте-ка я сяду на табуретку. Сломать. Я, короче, сел на табуретку, сейчас скилл должен повыситься. А немножко это хватило конферма. Так, блин, только я слишком близко сел, оказывается. Просто за сектор, давайте за сектора. Да, вот когда серьезно, нужно играть только табурет. О, все тренятся. Как, на табуретке этот, задница устает сидеть. Поэтому вот, на кресле намного удобнее. Блин, какое оно мягкое. Hey,
Ух ты. Блин, зачем я это терплю? Блин, зачем я это терплю? Ай-яй-яй-яй-яй, не нужно мне терпеть. Не нужно мне терпеть это. Не нужно терпеть, нужно самому идти давить. Хорош. Вот это было круто. И все. Ай-яй-яй. Эх, проиграл я. Я бы сыграл с Кузнецовым сет на самом деле. Можем договориться потом. Он начал играть лучше. Так, ладно, что-то не получилось, ребят. Ой, возвращаюсь я на свое кресло. Я слишком много терпел. Ой. Насчет интервью, ой, не знаю, масс-медиа, уже так много времени прошло. Насчет интервью пока не знаю. Блин, слишком у нас много людей в Царе Горы. Не знаю, успею ли я еще раз играть. Нужно было этот, мне все-таки не сектора брать, ребят, а своего. Я там, у меня есть один персонаж, Pocket Character. Зашел 15 минут назад. Так, интересно. Окей. Ой-ой-ой, неплохой был конфер. И отпускает блок. Не, на самом деле, тут с каждым днем мне сложнее и сложнее проигрывать, ребят. Поэтому придется играть серьезно. И да, нужно поменьше вас слушать. Спасибо, Пафнучиш, я не знаю. Может как-то... Я не успею сыграть, поэтому... Немножко, да, через 5 минут заканчиваю царь горы и собираю за гору. Если честно, реально, мне все с каждым днем все сложнее и сложнее проигрывать. Поэтому проигрывать я не буду.
Ой-ой-ой-ой-ой. Молодец, да, понял то, что там есть дыра. Да, наверное, даже до этого не знал. Уф! Барачо в стиле пьяный мастер. Нет, я возьму этот, своих основных. Сектор не мой основной. Я один раз за него сыграл и все. Куда-то сообщение исчезает. Так, давайте две игры. Посмотрим, сможет ли обыграть без нас или на Назарян Кузнецова. Потом сыграю за гору. Не, что-то вот вчера меня даже немножко разозлило. Я не готов проигрывать, ребята. Если играть серьезными, то я должен сам играть серьезно. Но проигрывать я не готов. Так что да, так что буду учиться, буду лучше играть. Взял спецагента. Я не знаю, почему это было сделано. Ой-ой-ой. Наказание, хорошо. Неплохо, да, контролить свой метр. Зачем ты это делаешь? Слишком хаотично играет без нас. Ой-ой-ой. Что ж ты делаешь, да? Так, как-то взял раунд. Неплохо, неплохо. Блин, реально, Кузнецов начал лучше играть. Ой-ой-ой. Сразу нужно было делать оверхед на вот эту шляпу. И мне кажется, тут сложно будет, да. Молодец. Кем играет Sony Fox в Injustice? Не знаю. Откуда мне знать? Я вообще Injustice первый. А, не разбираюсь с ним. Так, ребята. Так, всем еще раз огромное спасибо за донат. Сапец, Микки, Данил, Пафнучиш, да, Олесь, Кейкей, Максим и остальные. Уезжаю я на 4 дня и в субботу уже вернусь. Блин, может я даже успею там поиграть немного. Успею немножко потрениться сам собой.
И уже там в субботу, надеюсь, будет ESL. Если в субботу не будет, то в воскресенье. И там уже покажу что-то. Ой-ой-ой, зачем это было сделано? О, мэ. Так, практически это, да? Слишком поздно нажал. Слишком поздно нажимает Назария. О, вот это была крутая комба. Вот это была крутая комба, если бы он еще не дропнул, да? Так, ребята, всем огромное спасибо, кто зашел в Саргары. Давайте я все-таки быстренько сыграю за гору, потому что попросили. И жду вас на стриме, получается, в субботу. Нет, я сегодня начал раньше и хочу закончить тоже вовремя. Так, кого он взял? Сепию. Это получается... Исчезающий, да? Окей, ладно. Уф, у него же эта хрень, да? Хватит так наглеть. Ой-я. Не ой-я. О, я проиграю сейчас. Ох, блин, у него есть еще этот... Возрождение, черт, что делать? Но, во всяком случае, у него нету. О, как не попал мой удар. Надо было этот. Надо было пнуть. Let's go. Ну, тоже вставать не будет. Окей. Практически флоус Виктори.
Блин. Слишком, наверное, поздно отреагировал. Также спокойно так в развалочку уходит. А, точно, у меня же еще есть этот шанс. О! Не туда приземлялся, но вот хотел закончить с помощью бруталити. Когда стоит ждать следующего турнира по МКХ? Ой, не знаю, Виталий. Но без нейтер тебе нужно играть более умно. Ну что, ребята, всем большое спасибо. Я все еще смотрю 190 человек. Я ухожу на перерыв. И вернусь в субботу. В общем, всем спасибо, кто смотрел. И да, увидимся через 4 дня. Пока.